Всем привет. Меня зовут Слава Слуцкер. Вот, я работаю Head of Mobile Platform в компании Skyeng. Я думаю, что вы про нас могли что-то слышать. Вот, сегодня я хочу поделиться докладом, в котором будет мой опыт использования State Machine в iOS-разработке на SwiftUI и Combine. Поделюсь небольшим опытом, той информации, которую узнал в ходе изучения темы. Вот, попробуем сделать интересно, ярко и полезно. Поехали. Так, мой план, которого, значит, будем придерживаться. Немножко расскажу про мобильную разработку в Skyeng, потому что не все про нас знают. Вот. Расскажу про свой путь к SwiftUI, Combine и State Machine. Совсем немного поговорим про MVVM, тема хорошо многим знакома, просто чтобы все были на одной странице. Вот, поговорим, почему он хорошо подходит для приложений на SwiftUI Combine, на мой взгляд. Поговорим про state машины, что это такое, какие проблемы решает, как документировать подход, какие проблемы решает этот подход и как документировать состояние при использовании state машин. Посмотрим на примеры реализации MVVM со state машинами, собственно, на SwiftUI Combine. Я расскажу несколько интересных моментов, с которыми столкнулся по SwiftUI. Немножко затрону тему по навигации. У этого доклада есть чуть более полная версия, но не буду вас сегодня ей грузить. Вот, и дам ссылки на несколько материалов и библиотек, которые, мне кажется, очень интересными и касающимися этой темы. Вот, соответственно, немного про нашу мобильную разработку. Вот, наверное, Skyeng вам может быть знаком по курсам и по занятиям английским языком. Вот, у нас немножечко, на самом деле, больше направлений. Вот, у нас сейчас чуть меньше 20 приложений мобильных, над ними работает чуть больше 30 мобильных разработчиков, полная удаленка, большая часть разработчиков – это такие крепкие медлы или сеньоры. Вот, у нас раньше был исключительно английский язык. За последние несколько лет появились новые направления. Появились направления образовательные для детей SkySmart. Там изучается школьная программа, и не только школьная программа. Там есть всякие интересные штуки, когда можно сфотографировать пример и посмотреть, как он решается, или когда можно сфотографировать рукописный текст, и будет показано, где в нем опечатки, где нужно расставить знаки препинания. Вот. Также у нас есть еще одно направление, называется SkyPro. Это образовательные курсы по современным специальностям: аналитика, анализ данных, QA, вот, то есть превращаемся в такую образовательную экосистему. В наших приложениях используется выбор TC, ML, нестандартный рендеринг, различные инструменты обработки аудио и видео. Вот, приложения полностью нативные. Вот, при этом мы начинаем присматриваться к новым фреймворкам от Google и Apple. Вот, для декларативной верстки, соответственно, Compose и SwiftUI, и при этом мы их потихонечку втягиваем в продакшн, вот, то есть стараемся адоптить. Вот. Значит, я являюсь руководителем мобильной платформы, наша команда делает общие модули, SDK, инструменты, процессы, инфраструктуру для мобильной разработки и мобильных приложений. Вот. Значит, у нас есть несколько целей: понижение time to market, повышение качества приложений и кода. Вот. И еще одна цель наша – это высокий developer experience мобильных разработчиков, которые работают с нашими инструментами. Вот. Поэтому мы пристально смотрим на перспективные инструменты, и не только перспективные, пытаемся определить, будут они перспективными или нет. Вот. Ищем также пути применения у нас. Сегодня поговорю об одном из таких направлений – SwiftUI Combine. Вот. Собственно, давайте приступим. С чего все началось? Значит, мое знакомство со SwiftUI началось на прошлом месте работы. Я тогда работал в компании Tensor. Вот. У нас в компании тогда проходила внутренняя школа для инженеров разных направлений, разработчиков разных, тестировщиков, по перепрофилированию на iOS-разработчиков. Такая внутренняя школа, куда можно было прийти, будучи там, условно, бэкэнд-разработчиком, и выучиться на iOS-разработчика. Ну и, соответственно, заняться в своем же домене iOS-разработкой. Вот. Параллельно с этим я принимал участие в обновлении тестов для тех разработчиков, которые проходили аттестацию на следующий грейд, либо просто после испытательного срока. Вот. Очень хотелось сделать приложение с викторинами, что-то похожее на Kahoot. Я надеюсь, что вы видели Kahoot раньше. Вот. Но при этом, чтобы оно позволяло проверять и подтягивать знания по разным
не только техническим вещам, но и процессам внутри компании. Вот. А киллер-фича, чтобы было, чтобы у каждого вопроса можно было поставить набор материалов и ссылок. И если человек неправильно отвечает, он в конце получает такую памятку по тем темам, которые у него хромают, где ему их подтянуть. Вот. При этом хотелось использовать современный стек, понять, насколько он готов к использованию, какие у него сильные и слабые стороны. Соответственно, таким образом Swift UI и Combine пришли ко мне познакомиться. Вот. Так появилось приложение Quizly. Я в конце, ссылочка будет в чате, я попрошу, чтобы ее туда скинули. Вот. Можно будет установить, посмотреть вживую. Итак, соответственно, давайте посмотрим, что это за приложение такое для викторин, что оно умеет. Итак, приложение для викторин. Интерфейс довольно простой. Не стреляйте в пианиста, играет как умеет. Значит, с точки зрения дизайна все очень так. Очень просто. Итак, у нас доступна авторизация и регистрация. У нас есть список викторин. Каждая викторина состоит из набора вопросов. В приложении хранится история прохождения викторин. Вот. Можно посмотреть, с какими вопросами были сложности, что почитать на будущее, какие материалы дополнительно изучить. Вот. Выбирая архитектуру для проекта, я остановился на MVVM. Вот. Я немножко сейчас расскажу вообще про этот подход, его роль в iOS-приложениях. Уверен, что при этом вы с ним многие, скорее всего, уже сталкивались, либо слышали про него. Подход не новый, ему там, минимум лет 20. Вот. Долго говорить про него точно не имеет смысла. Давайте коротко, основная идея. Да? Мы хотим разделить бизнес-логику, логику отображения от UI. Соответственно, у нас есть три части. У нас есть view, view-модель и модель. Вот. Давайте вспомним, за что они отвечают. Значит, у нас view показывает UI, может показать и с анимацией. Вот. Передает данные, точнее, передает события пользовательского ввода во view-модель. Вот. View-модель при этом управляет поведением UI и хранит состояние. Транслирует действия пользователя в правила бизнес-логики. Готовит данные модели для показа пользователю. И при этом может ничего не знать про использующийся UI-фреймворк, будь то UI-кит или SwiftUI. Вот. Модель при этом отвечает за бизнес-логику и за данные. Вот. То есть если view-модель – это бизнес-логика, view-model – это presentation-логика. View у нас знает про view-модель, view-модель знает про модель. Вот. Как вы думаете, насколько на текущий момент в iOS-разработке популярен вообще MVVM? Мне этот вопрос показался интересным. Вот. Я пошел искать данные статистики, нашел результат опроса iOS Dev Survey, по-моему, от 2020 года. Да. Значит, в нем приняли участие несколько тысяч разработчиков. Вот. Собственно, вопрос, был несколько вопросов, связанных с архитектурами. Вот первый вопрос. Какие архитектуры вы используете в своих персональных или хобби-проектах? Вот. Не пугайтесь, что сумма процентов больше 100, можно было выбрать несколько вариантов. Вот. И обратите внимание, что MVVM выбирают больше половины опрошенных. Что это значит? Это значит, ну, во-первых, понятно, что подход известен в сообществе. А во-вторых, раз его используют в личных проектах и в хобби-проектах, это значит, что на самом деле подход довольно простой. То есть тянуть какую-то большую историю в личном проекте, над которым ты работаешь один, наверное, не имеет смысла. То есть это явно простой и понятный в использовании подход. Вот. Давайте посмотрим на следующий вопрос, который задавался. Какую архитектуру вы используете в рабочих проектах? И обратите внимание, что и в этом случае у MVVM больше половины опрошенных указали, что они его используют. Вот. Кстати, в этом случае чуть больше разработчиков выбрали Viper и координатор. Вот, мы про координатор чуть позже еще поговорим. Но MVVM все равно очень-очень востребован. Вот. О чем говорит популярность MVVM для рабочих проектов? Она говорит о том, что подход функционален, поддерживаемый, тестируемый, стабильный, надежный. Вот.
И это все, вот эта вот вся эта популярность, ну, на мой взгляд, значит, она есть у MVVM, несмотря на то, что есть, ну или, по крайней мере, был определенный недостаток на iOS. Вот, значит, недостаток MVVM в iOS какой? Отсутствие нативного инструмента для работы с биндингами, оно приводило к непростому выбору. На всякий случай, значит, биндинг – это такой механизм связи и синхронизации источников данных и потребителей. Вот, собственно, с помощью биндингов можно создавать потоки данных, которые меняются со временем. Значит, какие у нас были варианты выбора, если нативных биндингов у нас нет? Мы могли использовать колбеки вместо биндингов. Мы могли делать свои обертки поверх KVO или использовать что-то готовое, но не очень известное, типа SwiftBond и RZDataBinding. Ну, или пойти путем, которым на самом деле пошли многие, это добавить в проект крупную внешнюю зависимость, типа RxSwift, вот, что в свою очередь повышает порог входа в проект, вот, и сужает выбор кандидатов при найме до тех, которые хотят работать с RX и при этом могут нормально работать с RX. Вот. Соответственно, проблема отсутствия нативных механизмов для биндинга, она уходит с появлением Swift UI и Combine. На всякий случай, я думаю, что вот сейчас конец 2021 года, и уже это не является каким-то открытием. Вот. Но я, значит, на всякий случай, значит, что такое Swift UI? Swift UI – это новый, ну, новый, на текущий момент более-менее новый, декларативный UI-фреймворк от Apple. Вот, он поддерживает еще один нативный фреймворк, реактивный от Apple, который называется Combine. Вот. Соответственно, если с UI-китом мы работали в императивной и событийной парадигме, то в Swift UI у нас все декларативно, завязано на состоянии. Я подробнее про это расскажу. Вот. Мы больше не можем обращаться к view в иерархии и отправлять им какие-либо события. Вот. Теперь мы меняем состояние, которое связано с view. Вот. Все здорово, у нас есть нативный фреймворк, новые, интересные разработчики, особенно те, кто привык быть первыми ранними пташками, которые приходят посмотреть новую технологию, с радостью его попробуют куда-нибудь затянуть. Вот. Ну, собственно, казалось бы, проблема с MVVM теперь позади. Вот. Но это не все. Вот. У MVVM есть еще кое-что. Давайте посмотрим на примере. Ну, соответственно, посмотрим на экран. Вот представьте себе такой экран простой. На нем добавляется адрес. Адрес можно добавить, либо ткнуть куда-то на карте пальцем, либо, соответственно, заполнить поля ввода. При этом поля ввода должна быть какая-то валидация, выпадающие списки. К примеру, город, начинаете вводить несколько букв. Варианты выбора города, улица, соответственно, печатаете улицу, только улицы доступны в этом городе, и аналогично с номерами домов. Вот, соответственно, давайте прикинем, как будет устроена работа MVVM с MVVM в данном случае. Значит, у нас будет список забиненных полей в модели: City, Street, House Number, действия по выбору адреса на карте, сохранение адреса. Вот, аналогично будут проверки вида из адреса saved, из House Number valid. Вот, у нас стрелка показывает направление потока данных. Вот. При этом все потоки могут быть связаны друг с другом. На деле мы имеем следующую проблему. Получаем высокую сложность, то есть большое число состояний, в котором может оказаться UI, часть из которых нам при этом не нужна. Добавление каждого нового состояния еще больше увеличивает сложность. Сложно не только обрабатывать эти состояния, но и проверять. Соответственно, идея, которая лежит в основе вот, стейт-машин, да, если проблема в том, что состояний слишком много, может быть, давайте ограничим их количество и оставим только те состояния, которые нам нужны. Вот, собственно, реализация этой идеи является стейт-машиной. Давайте поговорим, что такое стейт-машина. Звучит красиво, но не все с этим понятием знакомы, хотя на самом деле концепция совсем не сложная. Стейт-машина, она живет в каждом доме, ну или в большинстве домов. Можете сегодня после доклада или перерыва пойти и посмотреть на живущую рядом с вами стейт-машину. Значит, самый простой пример, на мой взгляд, это стиральная машина. Значит, она может находиться только в одном состоянии из наперед заданного набора. То есть она может быть либо набирает воду, либо сливает воду, либо греет воду, либо отжимает, либо стирает. Вот. Почему бы такой подход с конечным набором состояний не использовать для построения UI в приложении?
Вот. Соответственно, воспользуемся этим подходом. Будем использовать стейт-машину, но UI-ную стейт-машину. Она у нас будет отвечать за переходы между состояниями view. А пользовательские действия и другие события, которые происходят там, например, со стороны устройства и модели, будут приводить к смене состояния. Вот. Соответственно, для того, чтобы описать стейт-машину, что нам нужно знать? Стейт-машина может находиться только в одном из состояний из наперед заданного набора. Смена состояний происходит как реакция на какие-либо внешние действия. Вот. И чтобы определить стейт-машину, нужен список состояний, начальные состояния и действия для перехода в каждое состояние. Вот. Соответственно, как описать стейт-машину? Вот вы поняли. Да, хорошо, мне подходит этот вариант. Хочу конечный набор состояний, в которых может оказаться интерфейс. Как его описать? Значит, задокументировать состояние очень просто. Для этого подойдет любой графический векторный редактор, редактор схем. Можете использовать Draw.io, Google Draw, Miro, Paint, что вам удобнее. Хотите посмотреть какие-то примеры очень красивых стейт-диаграмм, идете в Google, State Machine Diagram, и, в общем, видите красивый пример. Но базово все, что вам нужно знать, чтобы изобразить стейт-машину, это небольшой набор элементов. Значит, первое – это как указать начало, начальное состояние. Второе – как показывать в целом состояние, в которых может находиться стейт-машина, действия, которые происходят для смены состояния, и такой указатель на финальное состояние на конец. Значит, давайте посмотрим на пару примеров схем практических, которые в реальной жизни используются, и поймем, насколько вообще легко с этими схемами взаимодействовать. Значит, на схеме слева мы видим схему состояния жизненный цикл iOS-приложения. Вот. А на второй, если присмотритесь, это схема состояния телефона. Вот посмотрите, насколько удобно, во-первых, компактно и наглядно отображена информация про, ну, довольно сложную систему. Представьте, что вы бы все это описали в виде текста, насколько легко было бы это воспринять или там кому-то объяснить на слух, что происходит. Вот. Подобные схемы, они очень облегчают документацию, вот. Они упрощают написание тест-кейсов, поэтому очень рекомендую для тех, кто заинтересуется стейт-машиной, все-таки документировать состояние в виде таких схем. Вот, давайте посмотрим, как, собственно, эту стейт-машину на iOS реализовать. Чего все мы тут собрались-то? Значит, пример реализации. Начнем с простых примеров. Значит, вот у нас есть списочный экран. Это экран со списком викторин. Значит, довольно стандартный экран. У него есть понятный набор состояний. Это загрузка данных, это ошибка, которая произошла при загрузке данных с кнопкой для повторного запроса. Вот. Это список уже полученных данных. Вот. На самом деле набор состояний для списочного экрана вы можете обобщить. Вот. Сделать такой условно базовый списочный экран, которому будет достаточно определить модель и внешний вид ячейки. А вся механика по поиск, загрузка, пагинация, обработка ошибок, она для этого случая будет какая-то базовая, общая. Вот, давайте посмотрим, а как это организовать. Ну, для начала что нам понадобится? Для начала нам понадобится список, нам понадобится схема состояний, в которых может находиться стейт-машина. Вот, соответственно, нам понадобится определить два enum. Первый enum отвечает за набор стейтов, то есть состояний, а второй за события, которые происходят и, собственно, приводят к смене стейта. Еще нам понадобится специальная функция, которая будет отвечать на вопрос, в каком состоянии окажется система, если она находится в текущем состоянии и к ней и произошло определенное событие. То есть это такая функция, которая принимает на вход state и события и говорит, какой теперь будет state. Вот. Такие функции называются красивым словом редюсеры. Вот. Обратите внимание, что эта функция, это чистая функция, она не зависит от каких-то внешних факторов. Ее поведение полностью определяется передаваемыми параметрами. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что такую функцию очень хорошо
покрывать тестами. То есть мы всегда можем определить входные значения и ожидаемое выходное значение. Вот. Давайте посмотрим на еще один пример. Экран викторины. Вот он такой более наверное, нестандартный, менее стандартный. Вот. Соответственно, что нам известно про экран викторины? Значит, викторина у нас состоит из набора вопросов. Вот в данном случае видно, что это третий вопрос из 21. Вот. В каждом вопросе есть 4 варианта ответа. Кстати, посмотрите, какой здесь ответ правильный, важный. Вот. Значит, у каждого вопроса есть свой лимит времени на ответ, и сверху есть такой прогресс-бар, который каждую секунду, значит, уменьшается, вот, показывающий, сколько времени осталось. Вот. При выборе ответа на вопрос или при истечении времени на ответ нужно открыть следующий вопрос. Вот. Если вопросы закончились, ответы отправляются на сервер. Вот, пользователю предлагают посмотреть результаты. Давайте представим, в каких состояниях может находиться такой экран, какие события могут происходить. Собственно, с чего нужно начать? Правильно, можно начать со схемы. Возьмем схему состояний, и после того, как у нас схема есть, вы, когда будете рисовать схемы, вы в какой-то момент увидите, что на самом деле многие схемы там, для списочных экранов или для экранов с деталями, они довольно часто будут похожи. Вот, поэтому главное набить руку там, на нескольких первых схемах. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится список состояний возможных, ну, в данном случае чуть-чуть больше, чем в предыдущем случае со списочным экраном, и список событий. Вот. Соответственно, нам понадобится функция, которая переводит из одного состояния при появлении определенного события в другое. Мы уже говорили с вами, такая функция называется reducer. Вот. Ну и как-то у нас view должно реагировать на смену этого состояния, ради чего все это, собственно, затевалось. Соответственно, слева у нас пример кода – это функция reducer. Вот. А справа у нас пример нашей вьюшки. И у нее, обратите внимание, есть такое content view в body. И это content view, оно меняет свой внешний вид в зависимости от state. Значит, мы таким образом получаем пример работающего принципа UDF, такой unidirectional data flow, когда данные идут в одном направлении. Вот. И обратите внимание, что во view мы используем property wrapper observed object. Вот. Он дает возможность подписаться на объект observable object. Таким объектом, собственно, является наш view-модель. Вот. Значит, будет инициирована перерисовка view при изменении такого объекта. Вот. Мы могли бы вместо observed object использовать state object. Вот. Такие свойства они будут создаваться только один раз и не будут пересоздаваться, когда пересоздается сама view. Вот. В этом случае надо понимать, что значит, view-модель создается всего один раз, не будет пересоздаваться. Можно было использовать environment object. В этом случае зависимость будет доступна во всех дочерних элементах иерархии. Ее можно будет получить таким образом из любого дочернего view где-то в глубине. Вот. Как вы видите, значит, для переключения view в зависимости от state используется viewBuilder. Давайте немного поговорим про этот самый viewBuilder и вообще про то, какие варианты есть для того, чтобы менять view в зависимости от state и какой вариант выбирать. Вот. Собственно, вопрос такой, как менять view в зависимости от state. Первый вариант. Давайте попробуем использовать обычную функцию или compute property. Собственно, посмотрим. Здесь у нас есть vertical stack, в нем есть content view. И этот content view, собственно, определяется через compute property. Вот здесь есть switch, в котором в зависимости от state подставляется нужная вьюшка. В данном случае все это тексты. Вот. Как вы думаете, заработает ли такой вариант? Вот. Скомпилируется, запустится или нет? Вот. Ну, на самом деле, несложно это проверить. Этот вариант, он будет работать. Вот. Он скомпилируется, он запустится, и в зависимости от переключения стейта будет меняться вьюшка на экране. Ну, текст, в данном случае текст на экране. Все прекрасно, здорово. Вот. Но могут начаться проблемы. Если нам, к примеру, нужно будет сделать так, чтобы в случае разных стейтов у нас возвращались разные view. Вот в данном случае все хорошо. Все вьюшки, они текстовые. Вот. А допустим, если бы мы захотели, вот в случае, когда у нас ошибка, вместо текста ошибка,
вывести кнопку для повторного запроса. К примеру, сделать вот так. Вот, теперь у нас есть кнопка, на ней какая-то надпись, какое-то действие. Что в данном случае происходит? Как вы думаете, будет ли работать такой код, скомпилируется ли, что произойдет при изменении состояний? Вот, будет ли краш или что? Вот, пару секунд на поду. Вот. На самом деле такой код даже не скомпилируется. Вот. И при попытке его собственно, запустить, вы увидите такую ошибку, что function declares a pack return type, but the return statement in its body don't have matching underlying types. Что пытается нам сказать компилятор? Вот. Чтобы разобраться, давайте посмотрим на слово sum перед типом возвращаемого значения функции или computed property. Это слово, которое позволяет функциям, сабскриптам и computed property возвращать так называемый pack return type. То есть мы теперь можем указывать в качестве типа возвращаемого значения generic протокол. Значит, есть associated type или ссылка на self. К примеру, протокол view. На всякий случай, если вы со Swift UI не сталкивались довольно плотно или сталкивались, но как-то упустили этот момент. Вот, в Swift UI view – это именно протокол. Значит, и чтобы задать отображение view, нужно определить обязательно computed property, которая называется computed property, называется body. Вот. Значит, давайте поищем варианты решения. Собственно, вариант номер один. А почему бы нам не обернуть все наши view в any view? Вот. Это такой view, у которого стерт тип. Будет ли это работать, скомпилируется ли, запустится, будет ли реагировать на смену состояния? Оказывается, что да, вот такой способ работает, он скомпилируется, запустится и будет в зависимости от смены состояния view модели, он будет полностью отрабатывать, как мы ожидаем, то есть будет меняться вьюшка. Но, во-первых, код смотрится не очень красиво, вот, все обернуто в AnyView, вот. А во-вторых, AnyView далеко не всегда полезен. Значит, дело в том, что Swift UI использует алгоритм на основе типов, чтобы определить, когда конкретный view должен быть перерисован. А так как два view после any view будут иметь одинаковый тип, мы тем самым можем замедлить время обновления иерархии view. Для экранов с простым UI это может не являться проблемой, но давайте поищем все-таки какой-то альтернативный способ. Вот. На помощь нам как раз приходит тот самый view builder, который мы смотрели в примерах. Соответственно, обратите внимание на атрибут ViewBuilder, который появился перед ContentView, вот, перед ComputedProperty. Вот, он позволяет нам возвращать несколько view разных типов. Соответственно, все, к чему добавляется атрибут ViewBuilder, начинает рассматриваться компилятором как список view. Он их при компиляции объединяет в один view. Вот. Кстати, как вы думаете, где подобный подход еще используется с ViewBuilder'ами? Вот, когда можно вернуть несколько view разных типов? Вот. И если уже начинали использовать Swift UI, точно, скорее всего, ну, других вариантов не знаю, как это можно было обойти. V-stack, vertical stack и H-stack, horizontal stack тоже используют внутри ViewBuilder. Вот. И обратите внимание, нам больше не нужно использовать слово return. Код стал чище, понятнее, вот, и работает. Не с тем, кому будет интересно подробнее узнать про ViewBuilder, AnyView, Apac Return Type, очень рекомендую почитать Swift Evolution Proposal. Еще в блоге Джона Санделла про это есть. Если вам сложно изучать материалы в оригинале на английском языке, вот, приходите после доклада, я вам подскажу хорошую онлайн-школу для изучения английского языка. Вот. Рекомендую читать и изучать материалы на английском языке. Их гораздо больше, они быстрее появляются. Вот, позволяет быстрее быть в курсе всех тех изменений, которые происходят. Так легче держать руку на пульсе. Значит, давайте двигаться дальше. Посмотрим, как управлять состоянием более сложных случаев. Значит, у нас уже есть state. Вот. State отражает состояние, в котором может быть экран. У нас есть события, ивенты. Соответственно, это то, что приводит к смене состояния. У нас есть reducer. Это, как мы с вами договорились, это такая чистая функция, место, где происходит смена состояния. Добавим еще одно понятие. Фидбэк. Значит, отвечающий на вопрос, какое событие должно произойти в конкретном текущем состоянии.
Значит, у нас фидбэк не изменяет состояние напрямую, он генерирует события, которые затем вызывают изменение состояния в редюсер. Это чем-то похоже на middleware в Redux, если вы сталкивались с Redux. Вот. Если вы хотите воспользоваться готовой обвязкой для работы с фидбэком на Combine, есть готовая библиотека, называется Combine Feedback. Вот я рекомендую вам на нее посмотреть. Давайте посмотрим пример. Соответственно, у нас есть экран со списком фильмов. Вот. И когда мы докрутили список до конца, надо запросить, соответственно, следующую страничку. Собственно, когда отправляем событие fetch next, событие идет в редюсер, ставит на состояние loading, а это само по себе триггерит фидбэк when loading. Вот. Соответственно, вы можете таким образом попробовать адаптировать что-то типа Flux от Facebook или мета теперь это называется, или редакса, вот. Но я бы рекомендовал без необходимости не усложнять код и не усложнять архитектуру, вот, потому что это может отразиться на пороге входа других новых разработчиков в ваш проект и просто усложнить вам поддержку. Поэтому выбирайте инструмент соразмерно задач. Вот. Значит, теперь мы понимаем, как можно сделать списочный или детальный экран с использованием SwiftUI Combine, MVVM и State Machine. Поговорим немножечко про навигацию и передачу данных между экранами. Эта тема тем, кто пришел из мира UI-кита, она поначалу совсем непривычна. Вот. Соответственно, навигация. Посмотрим на базовый механизм перехода между экранами. Те, кто пробовал SwiftUI, точно видели Navigation Link. Вот. Это такая волшебная штука. Вы размещаете ее, у вас где-то на экране, у вас появляется кнопка. Вы нажимаете на эту кнопку, и открывается destination. Вот. Соответственно, тут есть проблема номер один, что если у вас есть view, внутри которого у вас как раз navigation link с указанным destination, то destination будет загружен еще до отображения на экране. Вот. Это может приводить к дополнительным затратам памяти, лишним сетевым вызовам, которые запускаются сразу при загрузке view. Так лучше не делать. Ну, то есть мы в данном случае видим два navigation link, вот, и тут есть два destination, так вот еще до того, как пользователь на них нажал, они уже могут загрузиться в память. Это не то, чего мы ожидаем. Соответственно, как можно решить эту проблему? Есть два варианта решения. Ну, точнее, не два, может быть, ну, вот давайте по порядку. Так, первый вариант – это можно сделать такую оберточку, которая называется lazy view, ленивая или отложенная инициализация для destination. То есть фактически destination будет инициализирован только в тот момент, когда мы нажмем на кнопку. Вот. Помимо ленивой инициализации, хотелось бы еще иметь программное управление навигацией. То есть не делать, не вставлять просто кнопку, которая знает про навигацию, а каким-то действием приводить навигацию в действие, в рабочее состояние. То есть менять экран с помощью какого-то программного события. Соответственно, опять нам приходит на помощь Navigation Link. У него есть еще вариант использования с параметром isActive, который позволяет включить в нужный момент такой Navigation Link. И еще один способ – это использовать, опять же, Navigation Link, но с параметрами tag и selection. Этот способ подходит для списков, когда у нас, допустим, есть экран со списком фильмов или со списком викторин. Мы хотим понимать, на какую конкретно викторину нажали, чтобы передать эту информацию на следующий экран. Вот. Подход простой, понятный, код легко читается. Казалось бы, чего еще может хотеться. Но есть проблема. Проблема эта может прийти для более-менее крупных приложений или в тот момент, когда вы захотите что-то переиспользовать. Дело в том, что получается, что экраны связаны друг с другом. То есть экран напрямую знает про экраны destination, которые есть... на которые можно перейти из... Ну, то есть мы находимся на экране, и есть какие-то элементы навигации, которые позволяют перейти на следующий экран. Так вот тот экран, на котором мы находимся, он знает про экраны destination. Вот. Для решения такой проблемы, значит, используются координаторы. С их помощью мы абстрагировали связи между экранами, повышая тем самым переиспользуемость экранов. Также мы отделяли создание экранов и логику перехода между ними.
Вот. С UIKit в этом плане было проще, потому что можно было добавлять Vue и Vue контроллеры в разные места иерархии. Вот. В SwiftUI так не получится, потому что иерархия, она на самом деле статична, и доступные варианты навигации, они определены на момент компиляции. Вот. И это базовый принцип SwiftUI, что мы не можем менять иерархию Vue. Вот. Vue – это функция от состояния. То есть мы теперь должны поменять какое-то состояние, и следствием этого будет изменение Vue. Получается, что чтобы осуществить навигацию в координаторе, нам нужно поменять какой-то state. Давайте посмотрим, как это сделать в VM. Вот наша NVVM – это то, что осталось на нижнем слое. И мы еще прикрутили к нему координатор. Значит, в нем будет логика переходов между экранами и обмен информацией между ними. Давайте подумаем, как этого добиться теперь в SwiftUI. Значит, у каждого view есть view-модель. Эта модель, conformant observable object, она отвечает за state конкретного view. Но теперь, значит, важный момент. Не только у view будет view-модель, но и у координатора. То есть координатор будет состоять из двух частей. Координатор view и координатор object. Координатор view – это часть иерархии view. Значит, контролирует логику переходов, контекст своих дочерних и контекст своих дочерних элементов. Ему требуется вот этот самый координатор object для создания view-модели и взаимодействия между экранами. Ну и дополнительно из view-моделей дочерних экранов может быть ссылка на координатор. То есть еще раз, у координатора должна быть какая-то своя view-модель, которая может поменять состояние, и это приведет к смене отображаемых view. Вот. Я дам ссылки, где можно будет почитать это подробнее. Попробую сейчас пройтись по тому, как это можно реализовать. Значит, сначала создаем view с полем для координатора и, собственно, координатор. В setup координатор view у нас создаются navigation view, setup views, то есть навигация обычная или по табам. Вот. Определяем view с полем для объекта координатора и сам объект координатора. Вот. При этом объект координатора у нас conformant observable object. Координатор view определяет контекст view, создает navigation view, setup views, будет управлять переходами по ссылкам как раз через navigation links в зависимости от state, в котором находится координатор object. Вот. Состояние объекта координатора, как правило, это view-модель, хранится в виде publish-свойств. Эти view-модели могут, как я говорил, хранить слабые ссылки на объект координатора, чтобы обращаться к нему. Вот. Координатор object следит за list view-model в данном случае. И когда зовем метод open, создается новая detailed view model и подставляется для детального экрана. Вот. List view у нас показывает список элементов. Значит, мы используем view modifier on navigation. Он выполняет замыкание при выборе айтема. Координатор создает новую view модель, присваивает ее к detailed view model, меняет этим свое состояние, и это приводит к переходу на новый экран. Значит, основная причина всех этих усложнений, она только в одном. Мы смогли разделить списочную view-модель и детальную view-модель. То есть вот list view-model и detailed view-model. Это значит, что мы сможем тестировать их отдельно. Вот, они могут существовать, не зная друг про друга. Это, собственно, основная ценность, ради которой мы и захотели вот этот вот сделать координатор со своей view-моделью. Мы таким образом посмотрели, как работать со списками. Давайте посмотрим, как работать с табами и с всплывающими окнами. Принцип будет похожий. Вот, у нас для разных табов отдельные view-модели, и можем переключать вкладки, меняя значение свойства таба. Вот. Ну, то есть понятный принцип. Со всплывающими окнами работает похожим образом. Вот, используется view modifier sheet. Значит, ну, похожий очень принцип. Значит, если вы хотите использовать координатор в SwiftUI, вот, хотите отделить логику переходов между экранами, при этом самостоятельно писать подобную конструкцию вы не хотите, есть готовая библиотека, называется Stinson. Вот, она может быть использована как для всего приложения, так и для отдельных его частей. Вот, она поддерживает не только iOS, но и tvOS, watchOS и macOS. Под капотом она использует environment object. Запомните название Stinson, вот, она вроде бы
вполне себе перспективно и может взять на себя большую часть головной боли, если вы захотите организовать у себя координатор приложений. Так, ну что, подведем итоги. Так, что мы сегодня, про что успели вспомнить? Значит, вспомнили про MVVM на iOS, поговорили про имеющиеся сложности и вопросы, которые есть к MVVM, рассмотрели подход с использованием State Machine, посмотрели, как State Machine организовать в Swift UI и Combine, и немножко поговорили о том, как организовать навигацию в приложении. Вот, значит, я дам несколько ссылок. Сейчас подготовлю пока приложение, в которое можно будет. Соответственно, несколько ссылок, которые, мне кажется, полезными изучить. Значит, первое. iOS Dev Survey. Собственно, это исследование iOS-разработчиков. Опрос iOS-разработчиков. Там не только про архитектуру. Интересные вещи. Рекомендую посмотреть. Вот. Сессия с WWDC про перемещение данных Swift UI, библиотека Combined Feedback и библиотека Stinson, вот, а также несколько статей про, собственно, управление стейтами и MVVM, про использование AnyView и координаторов. Вот. Собственно, спасибо вам за внимание, спасибо, что в этот пятничный вечер зимний вы пришли послушать, вот, а может быть и в записи, все равно вам спасибо. Пробуйте, изучайте, вот, смотрите, формируйте свое мнение. Вот, спасибо вам. Давайте попробуем скинуть ссылочку. Можно скинуть ссылочку на приложение в чат. Вот, попробуйте поставить и пройти, к примеру, там, тест по Swift UI или по коллекциям в Swift. Вот. Скинул, да, ссылочку на этот слайд в чатик. Вот, ребят, если захотите потестить приложение и увидеть в бою эту архитектурку, да, тестите. Я пока слушал, тоже потыкал. Удалось. Знаю, где мы проведем. Знаем, где мы пройдем следующий квиз Coco Heads. Сделай реал-тайм, пожалуйста. Кстати, можно. Подумай. Будет наша альтернатива Кахуту. Так, задавайте ваш вопрос, ребят, пожалуйста, в чат. Славе большое спасибо за классный доклад. Так, вот я вижу вопросик. Как сюда добавить диплинки? Давай с этого начнем. Как сюда добавить диплинки? Ну, получается, что у нас должно быть в нашем координаторе, в зависимости от того, по какому диплинку мы пришли, у нас должна произойти смена состояния и повлиять на view. Или этот вопрос касается ситуации, когда мы не используем координатор? Ну, наверное, все-таки... Как в идеальном мире это работает в данной ситуации? Ну, мне если кажется, что... Ну, если... Тут же несколько вариантов подходов, я рассказал. Можно и с координатором, и без него. Но в случае, если есть координатор, мне кажется, что после того, как у нас распарсится диплинк, будь то там открыли по диплинку или из пуша перешли, нужно распарсить, соответственно, destination, и этот destination должен обработаться в координаторе. Вот. Как раз, кстати, в Stinson, по-моему, для этого есть необходимый тулик. Uh-huh. Вот. Как прописать кучу стейтов в координаторе? Кучу стейтов в координаторе? Что имеется в виду? Ну, то есть, что такое стейт? Стейт – это как бы одно из состояний, в котором он может находиться. Значит, ну, нам нужен координатор специальный, который может находиться там, типа, в большом количестве состояний. Может быть, нам нужна небольшая иерархия лучше из координаторов, каждый из которых может находиться в меньшем наборе состояний. Uh-huh. Uh-huh. То есть сделать такую иерархичную структуру. Uh-huh. Это, кстати, вот ровно про то, что в Stinson есть, очень рекомендую туда сходить. Uh-huh. Как, есть ли какие-то сложности? Там, кстати, используются фабрики активно. Ну, короче, идите, посмотрите, нет, там и описано хорошо, и примеры понятны, и в код можно сходить. Супер. Есть ли какие-то сложности с тестированием такого стека? С тестированием? Ну, смотрите, здесь есть очень большой плюс тестируемости вот этих функций редюсеров, потому что функции чистые,
Вот, и писать тест на, писать юниты на такое, ну, типа, довольно просто и понятно. Поэтому я бы сказал, что этот, ну, типа, подход оправдан. То есть вот в таком случае использовать и VVM, и всю логику затащить в... То есть сократить количество возможных состояний, да, за счет использования state machine и покрыть тестами функцию reducer, мне кажется, что это можно делать даже не на больших проектах. Мне кажется, что это не должно занимать какое-то страшное количество времени. Вот. Что будет, если к одной view модели обратиться сразу несколько ивентов? Одновременно, полагаю. К view модели обратиться несколько ивентов. Этот вопрос я не совсем понял. То есть, что у нас происходит? У нас view модель, у нее есть какое-то состояние, в котором она находится. Приходит событие, запускается функция редюсер, которая определяет новое событие. Ну, соответственно, они выполнятся последовательно. Последовательно. Ну, Окей. и вьюшки, как бы, ну, типа, тоже Последовательно трясутся. можно сделать такой тест, который будет как-то хаотично рассылать события с каким-то там эмиттер, с какой-то произвольной задержкой. Вот. Окей. Лучший вопрос, по твоему мнению. Мне на самом деле, ну, короче, мне кажется, что тут не вопрос столь важен, а вот тема. Тема тестирования, она в данном случае, мне кажется, очень уместной, поэтому я бы за вопрос тестированием. Что я распределяю? Я хотел Призы бы. от Туту. Ну, как, ну что за. Ну, О, в общем, там мерч. тогда я сам задам. Ну, все, вопрос про тестирование, он не это самое. Хорошо, Вадим, если я правильно понял, напиши мне, пожалуйста, в Телеграм, собачка Никоген, ну и в целом в Кокохэдс можешь меня, думаю, легко найти. И это я сейчас обращаюсь к Вадиму, который задал вопрос про тесты. Поздравляю Вот, с победой. да, тоже присоединяюсь к поздравлению. Вообще, короче, ребят, попробуйте подход. Те, кто еще там скептично настроен к Swift UI, посмотрите. Есть свои плюсы, есть свои минусы, но, по крайней мере, есть на что посмотреть. Вот, вроде бы он уже как подустоялся, и сегодня уже iOS 15 есть, и уже завтра, считайте, 22-й год. Вот, поэтому уже можно смотреть на Swift UI, как бы может пригодиться. Вот, мои контакты есть, если у вас возникли вопросы, приходите, попробуем вместе искать для них ответы. Вот, спасибо вам большое.